тому же семейству относится окаймленный «эксорнатор», который возглавляет список супружеской верности. Он более известен под латинским названием «пандатон». Эти рыбы являются символом идеальной любви. Они всегда вместе, причем настолько близко, что практически касаются друг друга. Они отдаляются лишь в случае опасности, только для того, чтобы перегруппироваться. В Красном море часто можно видеть пары рыб этой породы наряду с вымпельными рыбами-бабочками. Может быть, они воспринимают жизнь только как две половинки единого целого? Рыбы-бабочки откладывают икру в открытой воде. Затем течение относит икринки в море. Это наиболее распространенный метод откладывания икры. Оставленные на произвол судьбы икринки по большей части становятся пищей других рыб.